На, лови, все. Идите воруйте остальные. А что это за мапа? Нифига себе, люди так не умеют. Так умеют геймеры. Здорово, геймеры, с вами Дест, а это снова Паблик. Момент, которого так много ждали. Это будет получение скилла G. Я вам показываю, комментирую, рассказываю то, как можно сделать скилл G на левом паблике. Смотрите и учитесь. Повторяйтесь за мной. Вам же приятного просмотра, спасибо, лайк, комментарий и подписка, если это не сделали. И мы начинаем наше мясо. Ну, удивительный коллаж 47. И главное, в умелых руках он просто реально машина смерти. Как эта карта называется? Я вот не помню. Темная. Страшная. Нет, карта красивая, но очень темная. Я даже не знаю, будет ли видно мамы потом на записи. Я, конечно, немного постараюсь все сделать поярче. Ну и это сделаю уже за кадром. Сейчас сложно будет. Тоже, по идее, респаун с Тироской, да? Наверху. Да и никто не знает, Вовочка. Свои. Везде война, выстрелы, крики, кишки, мясо. Так, поднимай, кнопка, жмись. Пикает, сука, стоп, забрось бомбу. А еще муж крает. Ну там, я, ну и к черту. Не сдох, и ладно, это на это спасибо. А куда идти, кто знает карту? Сюда, хорошо, а кто из них ты? Кто вообще разговаривает? Тут это, наверное... А, тут АВП сидит у нас. Знаешь, понял. Направо у них один снег, башка, а АВП ждет, умрешь сразу. Налево ходи. Вроде бы на карте есть 4 прохода. Это в центре. Это со стороны этой базы, получается, можно пойти. Там будет гишка, и по ней можно стрел зайти. Ну и налево можно пройти. Все остальное это крыша. Крыша самое темное место на карте, где еще кого-либо разглядеть будет невозможно. О, вот что некоторые Night Vision используют. Так, хотя уже скилл-то... Какой-то у меня. 205, можно так и до Good-like дойти. Да, спалили меня. Я не записываю, играю с удовольствием, у меня всегда запись стоит. А там, если что получается интересно, я уже выкладываю. Потом либо озвучиваю, либо переозвучиваю, либо оставляю как есть. В данном случае я переозвучиваю, потому что я играл молча. Некоторые моменты я, конечно, говорил, но потом замолчал. Есть моменты, когда я записываю ролик и прям в прямом эфире разговариваю. Кому нравятся такие моменты, это welcome на мои стримы, которые выходят каждое воскресенье. А сейчас у нас паблик, вечерний паблик на вечерней карте. Нет, ночная карта, которую не могу вспомнить название. Ну, карта хорошая. Карта очень хорошая, она нравится всем нашим сным друзьям. Она нравится мне, нравится админам. И эту карту добавили, получается, недавно, где-то весной. Поначалу ее хейтили, типа темная, гигантская, огромная, никого не видно, а потом полюбили. Потому что эта карта напоминает всем гибрид Мэншена, Эстейта и чего-то еще. В общем, всего мясного. И на самом деле в этой карте не требуется скилл. Займи какую-нибудь унылую позицию, закрысь, убей троих спину, все, будешь красава, молодцом, медаль там на грудь и все остальные прелести, достижения и успеха на этой игре. Блин, как он не сдох? Ну, хотя такое расстояние для эмки это нормально. Надо ближе подходить. Ну, сейчас-то он точно сдох, сейчас другое дело. Граната выручает, тем более мега-граната. Как говорится, на войне все средства хороши. А учитывая, что это Counter-Strike 1.6, это паблик, я буду убивать спину. Вот так вот. Расстреливать их, как мясо их, и взрывать мега-гранат. Эффективно же ведь, да, эффективно. Он даже не обернулся, там его команда поубивал. Че он здесь? А, свой справа, ну ладно. Так, прочекаем все ящики, все палеты эти, все контейнеры. Блять, нихуя не вижу, блядь. Вот, блин. Вова, купи Night Vision, выручает. Как геймер тебе говорю. На самом деле на такой карте нужно часто импровизировать, потому что карта новая, но она не заучена ни по спауну, ни по позициям, ни по прострелам, и все познается прямо в бою. Поэтому пригодится в любом случае богатый опыт. Опыт игры на пабликах. Учитывая, что я играл на многих пабликах и знаю очень много карт, эта карта для меня новая. И первым делом, что я делаю, не просто я ищу свои фраги, я буду искать пути, лазеечки, какие-либо еще места, где можно будет пройти и убить спину в бок. Ну, в общем, тайминг. Идеальный тайминг, чтобы
выйти в нужное место. О, здесь проход есть. В нужное место, в тыл к врагу и не быть убитым. Ладно, хорошо, эта история прикольная. Здесь кто-то есть, а бомба еще стоит. А где она стоит? Дорог, где бомба ставится? Люди. Ну, никто не скажет, не как обычно. Сами не знают, хотя по пиканью где-то здесь. Непонятно. Че, дверь не открывается, просто подпихает, дверь закрыта. Это как-то неправильно. Если вы делаете двери, будьте добры их открывать. Ну что это за вот тупо текстуру влепил в дверь, в стенку? Сзади? Давай. Ну, у нас команда Рейс, которая разбирается в карте отчасти. Ну, знай про кишку, это дело такое. То, что она есть, это очевидно. Ее легко найти. А вот ее нюансы, типа таких дырочек, это уже интересно. Я вот так кинул хряшку в никуда. Никого не взорвал там, да? Не покоцал. Пойдемте, ребята-то. Изучу, что здесь есть. Я пока немного притихну. Стремно. Длинная кишка-то. Даблдак, даблдак. О, какой трек заиграл шикарный. Обожаю такую гитару. Хоть я любитель EDM, но такой рок это вообще меня... Я с него кончаю ушами. Плюс чарку делаю то же самое. Ты чё здесь? Это моя кабина. Опять дверь открывается. Ну издевайтесь. Пипец, блядь, не добил. Что? Еще растение не подвластны моей заднице. Честно, тебя запрыгнут и получат аптечка прозрачная, понятненько. И не залить, а... Не, все. Это кошмар. Так кому-то зато красивую девочку на стенке висит. Постоим, подождем. И же получается, пока еще есть 20 секунд, чтобы мы его оставили. Если не поставят, будет молодцы, мы выиграем раунд. Мне охота рисковать свою жопу, если я буду умирать, я получу дикий стресс, штраф к скиллу, по минус 2, минус 3 очка за смерть. А потом еще нужно убить 20 человек, чтобы можно было противника скиллу получить. В общем, вы поняли, о чем я говорю. Нельзя умирать. Скилл, тут формула беспощадна к тебе. Не-не-не. А еще и стенка не прошивается. Хорошо. Внизу канализация, вверху это на крыше по подъему или по лестнице. А, то есть бомба ставится в кишке внизу и на крыше, а на крыше где именно? О, минус. Минус чья-то жопа. Удивительно, что он не сдох сразу, было бы прикольнее. Так, дверь не открывайте. Я наверх поднимусь. Ну как, я не зарезал, да? Я все-таки карту изучаю, я не пойму. Так, опять дверь не открывается. А, видимо, это тот этаж, где потом выход на крышу идет. Тоже не открывается дверь. А тут серый бегает, да, ведь? Ага, пробегает прям. Опаздывает на смерть свою, на погибель. Не быстро очаться? Ну и ладно. О, где? Лошара, ты спину не убил меня, чувак, а мог бы. Да, позор на самом деле. А, там свой сниклся еще. Ха. Я так понял, что бомба ставится вообще на самом верху. Никого там? Блять, не попал. Кого бы еще увидеть на таком расстоянии, в такой темноте? Точно, я буду осветлее потом. А вот, ребятки, есть. Что? Дым? Че? Глюки. Значит, где-то здесь слева и ставится бомба, да? Как говорят некоторые друзья. Ну, если когда-нибудь я сыграю на этой карте еще раз за террористов, то буду знать, куда бежать. Вроде бы по позициям, где они бегают там. Ким Михайлович, где бомба стоит? Гол за мной, мандем. А, потерялись. Да, ребята просто бегают, после карты слоняются, не понимают. Им же объяснили, что бомба стоит внизу и на крыше. Ну, что сложного-то? Ладно, сейчас я выпендриваюсь, потом сам зайду поиграю за терров. Узнаем, что-то как. Закройте дверь. Двери закрыли, сказал. Чё, пули холостые? Видели? Видели? Столько пуль было у них, только одно попадание. Магия? Да-да, я так и знал. Ну давай, давай, выйди в дымочек. Боишься правильно, сам себя боюсь иногда. Так, тут мы были, тут мы были. Ну, полез наверх.
найти момент, где бы можно было выйти в спину к ним и убить всю команду. При этом не умерев. Тогда есть шанс уже себе годлайка поднять, апнуть. И миссия будет выполнена. Так, одного нашли. Ну, жопа толстая. Че он там делал наверху? А, нет, понял, с тобой драться не будем. Так, там и сиди дальше. На, нюхай. Даже не знаю, чем меч чекать. Гигантские расстояния, открытая, куча ящиков и темно. А, ну ладно, допустим так. А вон там чел топал, слышно было. Так, а что если снова в пешку пойти и выйти к ним в спину? Потому что наши контры, я так понял, что занимают кишку спокойненько. И теперь никак ее не отбивают. То есть доминация со стороны контров на этой карте есть вроде как. Хотя я помню, тот раз играл до этого на этой карте. И контры явно проигрывали, потому что те занимали центр. И тут ставили бомбу. Видимо, бомбу ставили на крыше. Потому что по таймингу я понял, что те быстрее крыши занимают, чем контры. Контры же быстрее занимались спауны внизу, в кишку и центр. Вот и все. То есть я понял тайминг этой карты и по нему же ориентируюсь. Я иду туда, где наша команда находится, стараясь не умирать. Двигаюсь с кем-то в паре, чтобы можно было его на мясо пускать и разменивать. Так, давайте мы тоже в кишку залезем. Что? Давай, залезай, жопа! Так, 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 так. Молчим. А как вылезти? А, типа невидимая лестница. Бэтмены летают. Спокойные. Земля по ухам. О! Так, спокойно. По полечке. По свинцу в жопу каждому. Не палимся, в голову не целимся. Нашли пачку посеять. Аккуратненько. Нельзя ошибку совершать. Чувак, ты топаешь, да? Давай, беги отсюда. Глушко, правильно, правильно. У меня жизнь нету. Что ты? Некоторые пули не засчитывают сразу у меня. Где вы? У нас на доске. Да, дружище, пора тебе умереть, и тебе тоже. Гудлайк уже есть, да? Пачку к ним на рэп не есть гудлайк. Не ставьте, наверху, внизу, все, блин. Кайф. Опять жесткие кусты. Здорово, господи, кто их делает такими жесткими, не понимаю. Что за извращение? Кошмар, чугунные. Да не толстые, это кусты такие странные. Слишком мелкие.